Егор Тернов, член юношеской сборной команды России по самбо, а еще студент поликультурного колледжа. Турнир был приурочен к 25-летию подписания договора о коллективной безопасности и 15-летию создания ОДКБ. В соревнованиях приняло участие более 60 самбистов из 6 государств – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. В качестве почетных гостей в открытии соревнований приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семеряков, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. В финале Егор с легкостью провел болевой прием на ногу и таким образом отобрал золотую медаль у самбиста из Республики Беларусь Александра Бисан. Впереди у Егора борьба на первенстве мира по самбо, которая пройдет в октябре в Сербии. Напомню, в феврале Тернов стал победителем первенства России по самбо и до сих пор является сильнейшим самбистом среди юношей страны в своей весовой категории. По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная России, 7 золотых, одна серебряная и 2 бронзовые медали. Второе у Республики Беларусь. Почетное третье место заняла сборная Армении.